Это стало благо для всех нас, для молдавского народа, для всей Молдовы. Это было во благо Конституции нашей, было во благо нашим законам. Это самое главное, потому что независимо от того, чего мы хотим делать, если оно незаконно, если оно неконституционно, это как-то нехорошо, потому что это дает право другим воспользоваться теми же методами. Да, я далек от... И, наверное, вы видели нашу позицию, позицию платформы, да, наших депутатов, господина Слусаря. Мы не были против этого кредита. Мы были против неконституционных подходов к этому кредиту. И платформа, да, была той партией или тем субъектом, потому что субъектами обращения в Конституционный суд являются депутаты. И через нашего юного, хорошего юриста и депутата Дину Плангел мы обратились с очень фундаментал, как бы аргументированным заявлением. И вот на основании нашего заявления, я хочу это подтвердить это, на основании нашего заявления, потому что только мы просили то, что дал Конституционный суд, получилось, что получилось. Никто не мешает Дадону, Кику, их окружению пойти быстренько в Москву и пересмотреть это соглашение. Если они хотят добра нашему народу, они могут этого делать. Никто им не мешает.